Итак, продолжается у нас первый тур, собственно, турнирной сетки второго футбольного турнира «Эластика Киев», в котором сошлись «Гулливер» и «Легион». «Легион». Важно отметить то, что встретились эти команды впервые. У «Гулливера» превосходный сбор. Сегодня есть все, мотивирована команда. Это очень важно, это классно, конечно. «Легиона» сегодня всего 5. Но важно не количество, как мы знаем, а качество. Посмотрим. Команды попали, по сути, после отбора во вторую лигу. Да, отличный сбор сегодня, похоже, у «Гулливера». Ведь даже я скажу, что капитан команды поднес нам заявку уточненную. Да, и максимальное количество как раз игроков задействовано, которое возможно в заявке. Ну, а матч скоро уже будет начинаться. Сейчас судьи решают, с какой стороны, точнее решили. «Гулливер» будет разыгрывать первый мяч. Формально они дома. Первая передача разыгрывается вперед. Передача даем вперед, будь ласка. Вперед. Сейчас, сейчас. Вы радируйте, она уйдет. Коваль. Мяч у Романа Коваля. Мяч остается у «Гулливера», продолжает не контролировать. Это пробиться на фрига Роман. Получился у него удар. Первый у нас опасный момент в матче сразу же. Незамедлительно после начала. Назад. Фрига отвечает на Коваля. Плотный выстрел, но голкипер, похоже, там все контролировал. Литвиненко Павел. Быстрее, быстрее решай! Не делай. Один, спокойно. Шире есть. И хороший темп, можно сказать, на самого начала старта. Давай дома! Языки! Куда, куда? Передача, но не совсем точная. Там все-таки поборется что-то Валентин. Валик, ты встречаешь! Один право! Один право! Один право! Уже разверните! Молодец. Валик твой, не бегай. Один не бегай. Контролирует мяч. И он все-таки забирает мяч. Рогов нет, опять переходит к «Гулливеру» и заблокирует оттуда Ридзюк. Евгений у нас вступил, можно сказать, в игру полной. Мы отобрали мяч у Коваля, просил он фол, но нету фола. И капитан команды сейчас разгоняет атаку. Не получилось у него ставить мяч в игре, хотя пробрасывал он интересно так. Серый, уже право встречаешь, Валик остаешься. Серый, право, мой мяч, Серый. Коваль. Там все-таки прессинговал его. Сели, выходи! Удар! Какой сейф у нас делает потрясающий на третьей минуте. Литвиненко Павел. Что тут сказать? Ну не раз он уже делал хорошие сейвы, попал он в топ сейвов. Ридзюк, если не ошибаюсь. Пробивается, все-таки проходит, нет, прерывает. Это все-таки атаку. Бакун бросит на Рогова. Да. Ну, удар. То есть продавить как-то. Легиона плотно прессингует Шевченко Валентин. Там что-то дает. Развить эту атаку. Какую находит, интересную передачу отдает. Да. Все-таки. Фрига Роман слева. Удар. Удар зрячий, по-моему, коснулась. Да, угловой. И будет разыгрывать угловой. И
спокойно, сейчас, кота. Кота, кота, сни. Выходи, выходи, серый, сам. Давай, давай. Бросил на Шевченко Валентина, тут ищет кого отдать, находится Кирдзюка, сразу же забегает. Там и Рогов. Иващук фиксирует, своей манере вбрасывает мяч. Коваль. Перекатывает, отдает передачу. Дома есть, кто? Центр, смотри. Перекусил эту пас Бун и сразу вынесли. Хорошо. Раскачать. А вот тут создал проблемы. Сейчас Рогов на данный момент. Игроку Гульвера. Мырю запрокинуть между ног. Ходи в три! Ниже сели, ниже! Да, не заброс, туда на Рогова зацепится Леон, и какой шанс, это гол! Да, и допускает ошибку у нас голкипер. Да. И забивает у нас Рогов Антон на пятой минуте. Валик, ты вперед, лужим! Валик, лужим! Валик, лужим! Это твой, Валик. Не надо, Рогов, не надо. Не надо, ты просто центр ждешь. Это мой игрок. Там. Ниже сели, ниже, Рома, ниже. Не надо, ниже. Вот, ниже, не надо, Рома, ниже. Не копал. Кирдзюк. Да, не заброс туда. Шевченко. Ну и получился как такой удар, потому что Иващук парировал и пытался еще добивать Шевченко. Валентин. Тарасенко Леонид передает передачу дальше. Можно и на Фригу далее продолжить. Не продолжает, отдает направо. Выжимаю, выжимаю, Рога, выжимаю! Иващук. У нас просто несвойственный контроль от Гулливера. Видно, что и вправду ребята делают работу над ошибками, подтягивают свою игру, явно играет лучше. Да, я согласен с тобой, прибавил Гулливер, на самом деле. Плюс дозаявленные игроки, плюс более серьезный подход. Право, право, Бакун, право! Пройти все-таки, прессингует Шевченко Валентин, Бакун. Все-таки получилось удержать. На 11. Фрига. Все-таки получилось у него там выстрелить, но с обратной стороны народ. А вот у Ди-2 не привел к фатальной ошибке, но все-таки Рыдзюк в итоге зацепился за этот мяч. Умудряется накручивать игрока за игроком. Да уйди, Рогов, уйди! Шевченко с мячом, ищет кому отдать. Убегай с мячом! Проходит спокойно еще дальше. Двоих протягивает. И что дальше? Удар! Не точно. Ну, подсказывает Евгений, что можно было отдать Рогову на дальнюю. Ну, вот такое решение уже принял Шевченко. Поэтому это история. Тарасенко Леонид. Куда бежал, туда и отдал, а там никого. Там поле конец. Как-то непонятно решил действовать в этой ситуации. Но последние две игры он отлично отыграл и забил в обеих играх. А в прошлом даже сделал дубль. Иващук. Тарасенко, дальний заброс, там не поняли друг друга, похоже, Фрига решил еще на добивание отыграть. Есть заморозка? Там. Сюда Валик подошел. Валик, заброс. Есть заморозка, если надо помощь, можете выйти за пределы поля. Я тру, просто веди его. Вперед, ищи, Жень. Валик, уже, центр! Ну, и что же дальше? Плотный удар. Контролирует мяч Гулливер, просто феноменальный контроль мяча на самом деле сейчас демонстрирует. То самое, что нужно было для Гулливера. Еще пробить Фрига, но...
Ушел. Идет на замену. Тут нету, там. Там надо крикнуть, чтобы заморозку победить. Ай-яй! Назад верни, Леня, назад верни! Не проходит передача, резюк забирает. За спиной бросили игрока. Сам развернулся, Бакон. Пошел. Рогов, зачем ты там? Рогов. Валя, сохрани Шенка дом. Шенка проливал на Рогова, но, увы, не совсем да, точно. Зачем? Дай ему пас и все. Мяч у Гулливера. Также это не атаковать. Хотя все-таки сравнять счет, чувствуется. И что же дальше-то? Замыкаешь. Шевченко как перехватывает, посмотри, интересно. Я тебе скажу, и Легион явно лучше смотрится, чем в прошлой игре, хоть их и всего и 5. Ну, прошлая игра у них была, я думаю, непростая, в непростых погодных условиях, да еще с Бразобро, поэтому, в общем-то, здесь соперник, мне кажется, им чуть-чуть больше дает играть. Я даже просто имею в виду по движениям, по уверенности общей вообще. Может быть, да. С ударом. Продолжает наследовать Гулливер. Что дальше? Вот все вроде подводят к воротам, но заключительного какого-то внушительного аккорда, хлесткого какого-то удара, какой-то передачи на дальнюю, не знаю, прострела не хватает все-таки в атаках Гулливера, как мне кажется, сейчас на данный момент. Посмотрим, что будет дальше по игре. И выщупывает мяч в игру. Валик, подойди. Выжимай. Шире есть. Шире. Валик, говорю, подойди. Какая передача, но чуть-чуть скрытая, интересная передача отдавалась все-таки. Тяжеловато, конечно, среагировать на такую передачу по ходу игры, если ты не знаешь, что партнер может такую передачу отдать тебе. Брос. И вот тут Редзюк перекусывает, но не дают ему пройти. Да не проброс. Что дальше будет? Ар. Ну, Редзюк поджидает. Постоянно поджидает какой-то момент, такой вот золотой, чтобы ворваться. И, мне кажется, периодически это случается. Рогов давал Редзюку, но за спину. Он уже так внушительно набрал скорость. Тяжело было ему там остановиться. Нельзя, Валик, ты последний, сам иди уже. Хорошо, дома! Рогов там! Никит, ну все уже сделал, алло! Очко взяли! Чего вы там вдвоем? Вдвоем Шире. Чего? Гулливер. Контролируют они мяч. По показателю контроля мяча, я думаю, они обошли Легион, но по всему остальному я бы так не сказал. Шевченко. Протолкнуть на Рогова, не проходит передача. И что дальше? А вот там никого. Уже право, смотрим, право! Стой, воротник! Воротник, стой на месте! Приказ за перекатом, игрок Гулливера демонстрирует и... Гулливер, уроненько фамилия. Не гони точно. Ром! Выжимаю! Играть. А он только что парень был, как фамилия? Сейчас прокую, иди. Да. Руки! Который вот... Синий шорт. Да, синий шорт. Неджо. Рома! Ой! А 17 номер? Нельзя уступать! Позвольте! Дай посмотрю, лучше если... Редзюк. Сильная передача, откровенно говоря, пошла. Я встречу, ты дальний. Спасибо. Номер у нас Каменец Игорь. И как там есть еще? Неджа. Парень, смотри, следи ему, груси куда-нибудь. Быстрее! Нормально, он даже в игре. Идет сам, сбросил Неджата.
тут пробивает. Наджар. Вот, да вот. Назад, через зад обыграй. Пытается все-таки пробиться к этому Наджар. И... фиксирует фол рефери. Фалили на Нижате, Фрига Роман ставит мяч. Знаем, что у него мощный очень удар, может хорошо плотно пробить. И поэтому неудивительно, что он у мяча. Но это такая позиция, как мне кажется, что можно эффективно и разыграть. Достаточно сухой первый тайм. Все-таки один мяч забили всего лишь Легион. Грамотно сейчас закрыли. Будет все-таки удар, да, плотный удар. И какой сейв у нас, да, сделал голкипер. Вводит мяч в игру Литвиненко Павел, Редзюк. Передача, но акцентированно как-то получилось. Все-таки навязал борьбу Редзюк. И мяч переходил к Легиону. Дальний заброс. Шевченко пытается побороться. Вот тут три игрока столкнулись сейчас в наш данный случай. Но это отворот. Будет сразу вот Иващук на Коваля. Ищет Коваль куда дать. Валик, иди! Не кидайся! Рогов, твой левый! Рогов, твой левый! Опасно, опасно, опасно! И! Неджат. Удары! Парирует Литвиненко. Павел. Это будет угловой для Гулливера. Ну что я могу сказать? Время постепенно первого тайма тает, и у нас уже осталось всего лишь четверть игры, в общем-то, игрового времени, собственно говоря. Счет 1-0. На удивление сухо. Удар. И в буквальном смысле на соседнее поле. Мяч улетает на соседний аут. Да, на соседний аут даже. Не то, что на соседний поле. У нас небольшая заминочка в игре. Пока вернется мяч на поле. Будет вводить в игру сейчас. Литвиненко Павел. Аут все-таки он подсказывает и сразу же и бежит, наверное, они разыграют на коротке там с Бакуном. Да. Мяч все-таки покинул пределы поля. Не спеши теперь. Шире. Дальний шире, кто замыкает? Рогов, левый, левый, бой. Не кидайся, не кидайся, мы едем. Мы под тобой, под тобой. Мяч у Гулливера. Прежнему. Фрига. Передают классную передачу дальнюю. Нанджар. Но... Коваль, что придумает? Зацепился он сейчас. Дальнюю кто замыкает? И не дал Ковалю развернуться Роману. Продолжает на самом деле сейчас агрессивно периодически взрываться в атаку Легион, но в основном выжидая в обороне. Сейчас, мне кажется, зря раскрылись. Редзакс, может ли остановить? Жат. Пас. Ну и что дальше? Нужно замыкать-то. Удар. Прессин. Какого вы там? Валик. Голкиперу приходится вступить в игру. Жат пробрасывает. Получилось. Редзюк с мячом, и тут Коваль сбивает темп, на самом деле. Готовы были выстрелить Легион. Надо сказать, мне кажется, тактически грамотно они делают вот эти взрывы, потому что все-таки видят, что численное преимущество на стороне соперника, а силы их у Легиона все-таки не бесконечные, они прекрасно это понимают. Сейчас перекусывают. Рига Роман. Эту атаку. Редзак Евгений стоит. Мяч сразу же разыгрывают. Уже был немножко не готов к такому повороту событий. Рогов. Энтон. Удар. Неплохо, в принципе, закончилась эта атака. Хотя прицельности не доставало заключающему удару. Уже в центр, Валик, уже. Ваня, я тебе говорю, ну ты что правильно? Передача. Да. Вмещается. Нужно забивать. И какой момент у Романа-то был. С левой ноги пробивался. Не родной, как говорится, своей. Под завесу первого тайма. Не брали у нас тайм-аут в первом тайме никто, да? По-моему, никто не брал. Не знаю, что мяч уходил. Рогов Антон пробивает. Ну, этот грамотно перекрывает Гулливер. Под него, Валик. Право смотри, под него. Стрел, там Коваль в борьбе должен был все-таки как-то в сторону ворот переправить мяч, но, увы, у него этого не получилось. И будет отворот водить Литвиненко Павел у нас. Что он незамедлительно и делает. Шевченко Валентин с мячом.
Не получилось пробиться, сейчас мяч у Фрига, Романа. Ниджат сразу будет аут. Продолжает. Центр, центр, Валик, Валик, центр. Не спасовывай. Не кидайся, не кидайся. Здесь. Я. Коль. Здесь дом. Небольшая брестовая передача, пытается разогнаться сейчас. И Редзюк. И какой момент превосходный на последней минуте у Редзюка. Что тут сказать? Ну, как-то выключился все-таки с игры, мне кажется, Рогов. Антон, может, сил уже не хватало. Но я тоже думаю, что следовало бы ему еще и на дальнюю, на всякий случай, смещаться для подстраховки. Дом, дом! Хотя успел бы, не успел бы. Кто знает. Коваль с мячом. Плотно бьет. Настолько плотно, что... А, похоже, попали все-таки. Блядь! Для всех мужчин место. Аккуратнее, пожалуйста, играем. Второй фол. Мы видим два игрока сразу легиона. Похоже, получили травмы. Желтую карточку получает Коваль за грубое нарушение против Редзюка. Евгения. Уже отдышались. Все-таки Редзюк уже в строю. Удивлен, почему легион не берет тайм-аут. Отдышался и полегчало. Удар выше ворот. Они ж никого нет. Давай резко. Через итог окончания первого тайма счет 1-0 пока что в пользу легиона. Как будет развиваться дальше событие, мы увидим во втором тайме.